Вот я добрался до метро в Белграде. Вот так он выглядит. В принципе, метро все магазины абсолютно одинаково выглядят. Абсолютно одинаково. Ладно, пошли туда. Метро. Стандартный вход. Абсолютно. Какие-то идиотские. Есть помельче тележки. Вот вход метро. Здесь тележки помельче. И все тележки громадные. Громадные. Ну, можно чуть-чуть. Немножечко. Ну что, он как-то меньше всяких продуктов, товаров разбросаны, как интересно. Такие вот елочки. Да. Маленькие веночки красивые. Все это уже Новый год закончился праздновать. Странно вообще, конечно. Они все так долго продаются все. Финишки. Детские игрушки какие-то. В основном. Искусственные цветочки всяческие. Вот эти интересные штучки. Вот эти вот интересные. Да. Интересно. 14 тысяч пальм. Какой кошмар. Пылесосные всякие дела. Всякие лотки. Всякие сейфы. Сейфы, сейфы. Карго-боксы. Коробки. Какие-то LED лампочки. Угу. Филипсовские. Это ерунда. Это здесь работает кто-то. Дядьку. Пойдем посмотрим. Да, что здесь такое? А, бумага. Понятно. Так, мне нужна одна тетрадочка. Либо бумага. Очень самая дешевая мне нужна вообще. Нет, маленькие, это маленькие. Это маленькие. Это маленькие. 89, а ну-ка. Что у меня там? 89. Рвать. Где? Ну вот. 6. Одна штучка, так. А что еще? 95, вот. Стоп. Ну-ка. Тетрадочка просто. Во. Вот, да. О. Какой тетрадочек возьмем? Нам больше ничего и не надо, в принципе. Там такая есть. Так, что еще здесь есть? Всякие карандашики. Это бумага. Да. Там у нас всякие письменные принадлежности, альбомы.
Потому что это выбор очень маленький. Очень маленький. Ну, очень маленький. Так. Здесь телефон. Вот такие вот. Интересно. Так, посмотрим здесь, что у нас. Так, это всякие кассовые ленты и так далее для малых предприятий, для малых магазинчиков. Это всякие, что, всяких бланков каких-то. Вон, не курить. Видеонаблюдение. Такая коробочка. Какая-нибудь кассовая. Я так вот. Вот такой вот маленький сейфик. Маленький сейфик, да. Такие записные ноты, эти листочки. Ножнички, ленточки всякие, клинточки всякие, хреночки всякие. А что за фигня вот это? А что это такое? Написанные книжки. Нормально. Отдай себе и все. Интересные штучки. Стоит 94. Да. Чемоданы. Всяческие. Куча. Так, вот это интересно. Зимнее одеяло. 120. Зимнее одеяло, сколько оно стоит? Вот они. То же самое. Зимнее одеяло. Ясное дело. Так. Это что? Это тоже какие-то одеялы. Подушки, куча всяких подушек всяческих. Да. Куча подушечек. Какие-то более плотные. Сколько такая стоит подушечка? Боги, хорошие подушки. Плотные есть. Сколько она стоит еще с чем-то? Нормально. Ну, это какие-то очень такие новенькие.
Калитка наполненная. Интересно. Интересно. Какая это сколько стоит? А это вы, которая принимает любой этот. Тоже эвкалипт. Стоимость ее. Вот она. Так. Классические подушки. Никаких-то они мягкие очень. Размерчик. Сколько на сколько? На стоимость 449. Это белые вообще. Ага. Это для этих. Для. Это вообще маленькая. 549. Понятно, разного рода. Все часы и штучки. Понятно. Посмотрите, это вот они. Какие хорошие. Так, размерчик. 220 на 260. Угу. Мне нравятся такие с такими полосочками красивыми. Отлично. А это штаны. Всяческие юбки. А, ясно, это для чего? Это для профессиональных этих. Так, это кухонные вещи. Это не кичены. Кичены. Кичен текстиль. Кухонный текстиль. Сколько он стоит? 166 за 139. Размер его какой? 50 на 70. Ну что, нормально. Можно взять таких парочку. Смотри, какой интересный есть. Возьму я такой себе одну. Такой, что ли, взять интересно. Вид. Можно вот такой тоже. Так. Ладно. Вот это всякие. Еще всякая фигня. Окей. Пошли дальше. Пошли дальше. Девочки всяческие. Надо выбирать минералы. Одни сушилки, это всякие вот сушилка. Сушилка Рио. Джимми. Угу. Итальянская. Так, а вот это тоже интересно будет потом. Сколько стоит? 4000. Жуть какая. Это мне нужно будет для гладильной доски. Да.
интересная. Джимми. Смотри, здесь Джимми есть, да? А почему тогда этих нету, Джимми? А? Почему тогда Джимми нету тележек? Куда это? Вообще, в принципе, я не очень сказал, что это очень большая какая-то люкс машина. Стиральная машина. Еще одна какая-то стиральная машина. Дешевая совсем. Это видно. Для сушилка. Вокс. 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 Сушилки. Сушилки. Так. Что здесь есть интересного еще? А, это вот такая фигня. Это для уборок. Интернет этот купил. 400 отдал всякую фигню. Это вот 429. Это вот лучше, 1000 раз лучше эта штука, которая 429 стоит, чем то хрень. Ага. Всяческие вот они, эти штуки. Что только нету. Да. Много всего, я вам скажу. Это для еда. А это для еда для собак. Это уже пошла еда для вода. Она мне нужна.